Всем привет! На сегодня я решила немножко самовольничать и послушать то, что я захотела. Как-то я слушала Маруф, и мне, в общем-то, понравился такой какой-то чисто американский стиль у этой украинской исполнительницы. А тут что-то новенькое вышло. Думаю, дай послушаю, может, вы вместе со мной тоже, ко мне тоже присоединитесь, и мы с вами вместе оценим эту Маруф. А если бы я не включила, она так и держала бы ногу свою. У нее все время, кстати, такой наклон какой-то. Полуголых девок. Есть у нее какой-то пунктик на эту тему. Ну, знаете, вот как бы голос такой хороший, сильный, да? Вот эта тема, я говорю, если я вот так вот буду держать, это же сколько я бедный так сидеть с поднятой ногой. Голос был хороший. Как бы постановка тоже, в общем-то, неплохо, но вроде как бы все к месту, но если она поет про бэби и про мальчика, да, все-таки, мне кажется, про боя она там пела. Как-то много девочек было. Вот. А может быть, она пела и не про это. Тогда девочки к месту. Но мне кажется, вот когда перебор вот этих толстых намеков на такие отношения кое-какие, они тут читаемые, вроде все понятно, да, но их было слишком много, и это было немножко, ну, как бы, я не могу сказать, что это было пошло, но это, ну, был, в общем, короче, перебор, который портил, ну, то есть, как бы, всегда можно это показать, но не в таком огромном количестве, или как-то их растянуть по времени, а не каждые 5 секунд демонстрировать вот эти толстые намеки. Поэтому я вот считаю, что вот это вот было немножко, ну, много. А так, конечно, чисто вот Маруф, она вообще неузнаваема в плане Украины, да? Она какая-то ближе к Европе. Не знаю, откуда она выходец, может, она там очень долго жила где-нибудь за границей, и поэтому она начала выдавать такие перлы. Вот. А может быть, вот что-то так накатило в Украине, где-то ветром задуло. Вот. Не, ну вот в целом неплохо, но не могу сказать, что прям вот мне вот не очень понравилось. В плане того, ну как бы непосредственно, чуть выше среднего, ну и только. Всем пока.